Всем привет, с вами, как всегда, Серега. Пришло время нам прокачать золотой Таурус на инженера на 100% всеми самыми топовыми золотыми модификаторами. Мне уже страшно заходить на паблик и видеть, как все нагибают с этой пушки, поэтому давайте скорее тоже сделаем из нее что-то жесткое. Емкость магазина 24, это совершенно не дело. Давайте устанавливаем мод на плюс 16 емкости магазина. Второй 100% мод совершенно никуда не годится. Плюс 25% точности, плюс 15% урона, но отсечки и режим стрельбы для такой пушки это совершенно не то. Устанавливаю мод на еще минус отдачу. И урон по торсу на штурмовика не пипец, как он сильно помог. Говорили то, что совершенно ничего не роляет. Я в любом случае замечал то, что на разных противников оно по-разному работает и все же в тело убивает побыстрее. Как по мне, вот такая сборка, она идеальна. Перед тем, как мы начнем все это дело тестировать, обязательно присаживайтесь поудобнее, поддержите ролик максимально своим царским лайком, все, чтобы выбить золотую версию, получить все золотые модификаторы, было потрачено много времени и денег. Так что не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Пишите обязательно ваше личное мнение в комментарии, а я желаю вам всем приятного просмотра. Погнали! Друзья, в описании оставил для вас нереальную халяву. Вы сможете получить самое новое топовое снаряжение и оружие. Для новичков, а также и тех, кто не заходил на свой старый аккаунт более 30 дней, работают вот такие ссылки с бонусами. Вы можете зайти в описание и сами выбрать, какие подарки вы хотите забрать. Просто переходи по желаемой ссылке, проходи регистрацию и забирай топовые подарки, которые сразу отправятся на твой аккаунт. Для новичков также работает акция, которая позволит получить удвоенные кредиты при первых пополнениях. После регистрации по любой ссылок обязательно прими участие по последней ссылке с заданиями, где можно забрать подарки, а также купоны на скидку к пополнению счета и получить много халявных кредитов. Все эти бонусы помогут тебе создать нереально крутой аккаунт и получить максимальное удовольствие от игры. Желаю удачи! Ну, самая близкая дистанция, full графит, full one shot. Средняя дистанция, full one shot. Дальняя дистанция, не ваншот. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Руки получается залетело. Одинаково количество патронов надо. Это вот штурмовик у нас уникальный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. О, другое дело. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, поехали. Самый популярный вопрос, наверное, будет: будет ли эта пушка лучше сигов копперхедов? Что двойных, что обычных? Чё-то по ощущениям первичным выглядит довольно-таки мощной. Инженер сейчас, конечно, максимально встает с колен, как вы понимаете. Штурмовик нахрен не нужен. Можно, в принципе, одним инженером играть, перестреливать всех штурмовиков. Конечно, штурму спасибо, что Сахелион добавили. Тоже все это дело нормально подбалансили. Но все равно большинство играют именно инженером с этими новыми пушками. Попал. Как же быстро она убивает! Какой у нее дичайший time to kill! После таких пушек все меньше и меньше хочется играть каким-то медиком. А заодно взять себе пивка. Там пушка уже совершенно прям не справляется с тем, чтобы все это дело перестрелять. Опа! Комбо-убийство! Доминатор! С вышибателем мозгов! Вы говорите мне, что херовая позиция? Не знаю, ребята. По-моему, позиция в самый раз.
Охренеть, смотрите, ну просто инженер на какой дистанции ставит хедшот. Че за нахуй? Ага. Ну, в принципе, копперхеды перестреливаются. Time to kill, у этой пушки чутка все же побольше. И, честно признаюсь, приятно наконец-таки играть вот с подобным оружием. Она красиво выглядит, красиво ощущается. Бла-бла-бла-бла-бла. Просто немного смешно то, что это именно инженерский ствол. Я очень жестко наглею, выхожу на супер дальнюю дистанцию. Понятное дело, чтобы заменить у людей копперхеды, надо вести что-то имбовое. Либо нужно было пофиксить сами копперхеды. Я полностью против того, чтобы фиксить копперхеды. Блять! Поэтому понятное дело то, что пушку сильнее копперхедов админам нужно было вводить. Но это просто трэш. Мне непривычно совершенно от такого инженера. Это ну просто кошмар какой-то. Конечно, спасибо то, что нету мода на эту пушку, чтобы можно было получить двойную версию этой пушки. Я должен... Кто там сидит? Второе комбо я бы тут не пережил. Эта пушка, конечно, уникальна еще тем, то, что у нее есть подствол. Можно быстренько вот так вот накинуть смог. Еще есть вот такая вот штука. Вообще не понял этого прикола. Это не глушитель, а просто делает звуки выстрела стрельбы тише. Забавно. Вау! Ух ты! Да и пилить как будто лучше стало. Блин, какая штука-то интересная, а? Я как будто повысил себе, блин, точность. Что? С какой дистанции я поставил ему хедшот? Это что за жесть вообще? Люблю я новые донатики Warface, да еще и с модами. Они способны реально вызвать у меня просто какую-то невероятную гору эмоций. Серьезная херня. Попробуем стратегически. Давай, стратегически! Еще раз пробуем стратегически! Бросить этот смог под стволом. Получилось. Я считаю, довольно успешно. Теперь стратегически бросаем вот эту штуку. Бля, ладно. На, 2-6 с новой пухой. Мне кажется, ребята... Я жесткий. Офигеть, звук у пушки пропал, нормально. Неплохо, неплохой глушитель, скажите. Ладно. На нуле. А вот тут вот, когда нужна, сука, дальность, она не сработает. О, во. Вот он, мод на дальность. Фу, как жестко меня втыкают ребята в этой катке. Это, конечно, трэш. Это так неприятно. Сегодня явно не мой день. Хуй с тобой. Зарашил рынок. Неплохо. Чё-то вау-эффект у меня от этой пушки куда-то пропадает. То-то. Смотрю я на всё и думаю, ну... Да, имба. Просто пушка хорошая, отличная пушка. Но не такая, какие, допустим, были копперы, когда их добавили в рассвете их сил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, эй-эй-эй-эй-эй-эй!
Тупорылая же игра. Марш долбоебов прям. В чем-то мне другом повезет, блядь. Наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. И ртом выдыхаем. Блин, иногда прям так хорошо залетает, вкусно. Чел. На центре чел, он добил. Охренеть. Просто охренеть. У меня какое-то нездоровое ощущение, ребят, то, что я просто, блин, разучился играть. Я лучше. Мы уничтожили отряд врага. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли. И ртом выдыхаем. Убит. Ты просто рок-звезда. Нет, ты понял? Ты реально крут. Я, по-моему, с этой пушки только случайно убиваю. Я ее вообще не могу сконтролировать. Понять ее вообще. Просто не могу. Ну ладно. Как давно такого не было, чтобы самый топовый донат я выбил, который просто все говорят, что это невероятное просто имбище. А я сколько каток играю, я не могу с ним сыграть даже так, как с каким-нибудь Крисом я сыграл. Двойка. Мост. Я просто не могу понять, как его контролировать. У меня даже пули не всегда летят именно в соперника. Меня типа прям в такой тильт вгоняет, когда я прям с самого нового топового доната ни хрена сделать просто не могу. Фуловый. Все бойцы противника убиты. Граната пошла! Бомба да. Фух, наконец-то. На, серьезно? Это читеры на мастере, да ну нахер. Чат собездар ебаный. Ебал, закрой. Хули, хуй там нищая, бля. Ау, а ну, ладно. Идиот. На нуле. Мы выиграли раунд. Хорош.
наконец-то. Наконец-то, ебаный свет. Все, сил моих больше нет играть с этой пушкой. На сегодня я с ней заканчиваю. Это хорошая пушка, классная пушка. Но свое предпочтение все равно отдам копию. Братюнь! Давненько мне не приходилось настолько много игр играть, именно чтобы расчувствовать и понять оружие. Обычно моего опыта игры в 10 лет реально хватает, чтобы две игры сыграть, все, я уже понимаю, что это за оружие. Может быть, конечно, сказал, что давно не играл в Warface, но все же очень-очень-очень все странно. Поэтому, ребята, обязательно зайдите в комментарии, напишите ваше личное мнение. Я благодарю вас всех за просмотр. Не забудьте видос поддержать своим царским лайком. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Все нужные ссылки есть в описании к видео. Мы с вами увидимся. Всем удачи. Пока.